зомби где-то дверь ломает. Тут блоки вот эти подними. Ты их не поднял. Вот тут. Ага. Вот. Так, у меня. Ой, я 35. Стоит... На, вот это еще. Вон я тебе дал. Лол! Откуда? Офигеть, он прям тут. Наглый наглец. У меня печеньки вообще вручают. Да. Я жужу. Ну-ка, я вот тут стану. Обожаю печь печеньки. Лол! Чё? Чувак, я не хотел тебя видеть. Это ты про Эндермена? Про Ифрита. А-а-а. Он тут летает. Мне страшно. Понимаю. Ой, я его убил с первого выстрела. Круто. Вот там еще один. Так, я еще двух убил. Вот спаунер прям. Ну-ка я до него дотянусь, нет. Тут с этой стороны, походу, еще спаунер. Сломал. Нет, или не спаунер, все-таки, Дим. Я не знаю, но я тот, который там был, я его сломал. Нет спаунеров, вот тут просто только что два эфрита я было. Знаю, что ли. Как тут светло, да, или это... Это я не знаю, так, на самом деле. А он чего? Пошли наверх. Блин, у меня шарш с собой, мне кажется, мне стоит ее обратно сунуть в сундук. Мне кажется, вообще ее пока брать не стоит. Зачем? Я... Положи там, где наша пташка. Я обратно в сундук ее просто положил, тут сундук-то безопасен. Блин, на стене из коренной породы дофига глюков освещения. Так, вот я боюсь. Тут должны быть пещерные пауки и криперы. Тут дофига криперов. Золотое яблоко там. Ты дали? Ой! Я ухожу, я живой, ухожу. А чё, у тебя мало это, что ли? Очень мало хп стало. А чего так? Кстати, тут сейчас что-то офигенное вроде где-то должно быть. Так, 32 света камня. Так что я тут алмазный топор из стак факелов. О, круто. У меня полное ой, здоровье. Нет. Да чё ты, чё ты? Ой, тут, я убегаю. Тут ифрит. Так, я не люблю жрать печеньки. Но... У меня... Ох уж этот сломанный меч, а. Пауков, вот это жесть. Я видел. Блин, чё мне делать, они тут все меня окружили. Тут еще и пещерные. Я бы тебе помог, но у меня очень крайне мало хп. А ты регенишься? Да. Я печеньки жру. Я не жрёв, у меня был 45, стал 30. За этой печеньки жрёшь, от них очень быстро потом снова голд появляется. Да? Да. Зачем? Они очень мало с этой дают. Одну? Ну, я знаю, это я не про такую сытость, я про такую сытость. Там ещё есть такая сытость, типа, сколько времени у тебя не будет отниматься от этого, от индикатора сытости. Ну-ка я просто так вот дверь открою. Пещерный. Дим, тут два эфрита, тут явно спаунер. Фак, я сломал свой меч об несуществующего паука, и он снова у меня появился. У меня кончились стрелы. А, у меня эфрит. Лол, у меня нет стрел. Как я буду сражаться с эфритом? У меня поджог два раза. Нет, братан. Ну-ка. Ага. Уф, я убегаю, я убегаю, тут эфрит, нифига их здесь. Жестко. Вообще очень жестко. Это место мне ужасно запомнилось. Да. У меня броня вот почти сломалась. У меня та же история на ногах. У меня у ботинок ноль жизней, у понож и нагрудника так чуть-чуть. Блин, что делать? Берешь, короче, вот так. Дим, у меня стоит. Ну, и какой в этом смысл? Эндермен. А эндерменов тут вроде как-то и нету. Ну-ка, сейчас попробую куда-нибудь вверх простроить, потому что вверх. Ой, у меня же еще три грибных супа есть. Ага. Ты думал, что у тебя еды, что ли, нету?
У меня очень полно. 32 печеньки, 6 хлеба, 15 печеных картофеля и 3 суп. Так, это где, где? О, я как раз вроде там, где мы. Если тебе нужна кирка, мне есть. Мне есть, мне очень две. Полно. Давай, братан. Че, ты их убиваешь? Ага. Жесткий парень. Там явно спаунер фридов где был. Да, ну понятное дело. Их уже настолько много, что я не слышу больше никаких звуков, кроме огня. Лол. У меня 0 стрел. А, у меня еще 3 жареных свинин же есть. Так, нафига мне плоть ваша? А, пещерный отравил. Отравил. Ты главное открывай проход ко мне, я что-то выкину. Ладно. Так. Ой, тут и фриты. Я думал, меня стреляют уже. Фух, я забрался в какую-то комнатку. Тут сахарный тростник, это хорошо. А ты в той комнате очистил все или нет? Или ты тупой? Я вообще не знаю, где спаунеры нефритов, понятия просто не имею. То я просто тут каменным блоком каким-то закрылся. А я случайно прокопал кшерсти. Ну, кто я, который мы уже взяли? Да, да, я понял. Я слышу, как они ревут там за этой стеной. Вау, тут их очень много. Я боюсь вообще всовываться. У меня уже ботинок нет. Мне кажется, нам сейчас обязательно надо идти обратно. Домой? Да, домой сделать новую и броню, и мечи, и все остальное вообще все. Давай, пойдем. А стоп, я шерсть эту возьму. Я взял две. Я одну взял. Фух. Че? Злорадное место такое. Да уж. Мне тут ужасно не нравится. Да, мне тоже. Страшно просто. Да. Стой, сейчас я съем. Ой, стоп. Че? Мы сейчас около в снегу, да? Да. Лол, надо домой сколько бежать? Ха, да. Ну, а вот тут вот что, я не совсем помню. Лестница наверх к Ифриту. Лол. Да. Бежим. Аккуратно, тут в мосту дыры. Да, откуда, интересно, наверное, ловушка от Векса. Или, может быть, ловушка от Димы. Да. Так, у тебя фиолетовая есть, да? Да, у меня обе. Ладно. А, у тебя, в смысле, у тебя обе. Ну и коричневый. А, ладно, тогда. Так. Бежать там. Они все диспаунились, надо быстрее бежать. Вот сюда, Го, вот сюда. Я сейчас с тобой бегу. Да-да-да-да. Ох, нет! Ты урон получил? Я это, короче, что-то у меня спринт сбился. А, вон туда надо. О, тут два скелета. Обрати покосили. Ой! Я от них стрел так уворачиваюсь. Нет, не увернулся. Да, я это слышал. Тут надо сейчас запрыгивать вверх, и мы почти уже добежали. Вот, все, мы тут. Фу, а если бы я один играл тут и первый раз, причем ничего не видел, я бы, наверное, вообще тут уже просто сдох. Что, не знаешь, где спаунер? Какие, да. Да я сам-то не очень хорошо знаю, где они. Главное, мы на каком-то говне вначале слились. Да, а, да. А в таких сложных ситуациях мы выживаем. Угу. Потому что у нас сейчас есть и броня, и все остальное. Так, вот тут почему ничего нету? Зомбёныш, погодь, зомбёныш. Я вижу. Еще один. Но он злой на меня, поэтому я убегаю. Стой, подожди. Да чё ты? Ух ты, нифига, ты убегай от них, убегай, ты что делаешь? Такой мостик из всего попало. Да, и все, что в руках было. Вот эта лесенка какая-то не... Ты на шифте, что ли? Да. Это. Я боюсь по ней по-другому лезть. Тот псих бы, наверное, полез так. Я знаю.
Фу, надо сейчас полностью перегруппироваться. Жаль, мы, мы зелье огнестойкости не можем сделать. Эй, из чего? У нас нету адского нароста. Там же есть портал в ад. А там нету этого. Там нароста нету. Фу, удобно, дома. Как тут все неуютно. Так, у нас три шерсти. Кто что ставит? Я хочу ставить коричневую. И все, да? И фиолетовую поставлю. Ты же предыдущую ставил. Ага, хорошо. Я их суваю в сундук. Суваешь. Да. Сейчас в гости. У меня светло-синие. Так, этот вообще я сниму. Дерьмо. Желтый у нас нет, красный у нас нет. Желтый мы в том же замке добудем. Красную в другом замке, а черную в этом же. О, смотри. Че? Ага. Фиолетовый, да? Угу. Ну, давай ты теперь ставь. А, ну ладно, так. Я как-то вот так вот ее, так вот. Оп. Жизнь. Я хотел подпрыгнуть, но я забыл. У нас так много их уже, да? Да, я прям хотел подпрыгнуть, но перед тем, как нажать на пробел, я об этом забыл. Мария, осталось что? Одна, вторая, третья. Три шерсти. И алмазный блок. Причем две из... Сделаешь сейчас броню, да? Две из шерстей и алмазный блок вот в том же замке. У меня не с чего ее делать, у нас железо. Вроде... Ты чё? А, так ты же его набирал, да? Да. Где? Смотри, там я... Вот 100% она у нас есть. Я уплавил даже вроде. А, ты даже плавил. А вот тут 34, но это на два сета брони не хватит. Что? А вон на один. Еще 54, еще один. Еще 54, где? А, да, вот я тебе дал. Офигеть. В печке было. У тебя вот это твое. Че мое? Картошка. Ой, я, пожалуй, себя все стяну. Я тоже. Так, теперь. Я, пожалуй, твою броню своей скрещу. Да вот, на, вот, на. Я пока скрещу ее просто. Да сделай, вон, я тебе дал как раз железо столько, сколько надо. Блин, не люблю ее делать. Какой же ты ленивый, я просто не могу. Вон там железо справа. Сейчас. Где? Вон. Раз. Железный меч. Каменные выкидываем. Это все выкидываем. Так. Где у нас верстачок? Тут-то. Мне железо ты дал? Ой, я все скинул случайно. Ладно. Так. Шлем. Досок у нас пока нету. Ножки. Меч у меня всего один. Вагонетка. Так, я... Нафига. Ой, у меня лук чуть ли не мертвый. Сейчас я тут поищу луки и соединю их. Хотя, нафига я просто возьму... Как кираса делается? Как выгонетку, он только на... Только в самой середине еще. В смысле, как выгонетку? Вот я все... У меня забор получился. А, нет, то есть... И еще по краям слева и справа. Наверху. Ага. Так, и что мне еще осталось? Ножки делать. Угу. Ножки-то они вроде вот так делаются. Да. Так. Все железо сбрасываем. Так. И теперь блок есть, зажигалка есть, лопата есть, две кирки есть, меч железный. Но очень много есть. Кирок. Так, надо железный меч мне один сделать, запасной. Да, жаль, конечно, что у нас сейчас не будет огнестойкости. Так, у тебя есть две палки, нет? Нет, у меня ноль. Сейчас я, пожалуй, дерево срублю, мне тоже нужны, потому что палки. Интересно, все-таки мы успеем хотя бы этот замок за сегодня пройти? Мне кажется, что нет. Смотрим. Времени осталось всего 13 минут. А ты чё,
Через 13 минут будет пол 11. А, точно, точно, я забыл. У нас еще час. Да, точно. Я перепутал. Я перепутал. Если еще час, то вас, то мне кажется, успеем. Может, даже и тот, и последний успеем. Потому что последний там. Там вообще, там просто все и быстро. Там, хотя нет, я вру. Там совсем не просто, но быстро. Что ты нам брал балку? Да. Можешь дать мне две? Ща. На. Мне палки. Да ладно. Ой. Хотел посадить саженец случайно. Так, железо. Железо, подожди. Ты его все что ли взял? Нет. Как нет? Оно в нижнем все. Угу. Ты только что сюда положил. Нет, я только что взял оттуда. Мне кажется, что ты что-то заврался. Ты ничего, я не врал. Да. Че? Я случайно лопату сделал. Две, ну, ладно, ты её не убирай. Ладно, я её просто положил уже. Так, подожди. Так, у меня три железных меча и три железных кирки. Подожди. Я дерево с собой. Возьму ты тоже. Бери его подожди, с собой. Блин, а. Подожди, у меня очень. Нет, тяжело. Не подожду. Мне очень тяжело. Почему? Не знаю, тяжело. Все, я готов, короче, к бою вообще. Я тоже, го. Го. Ой, еще опять чисто. Так. Блин, тут так уютненько уже стало. Хоть и этот огонь, но мне уютно тут. Да, мне тоже тут уютно, а там вообще нет. Темно. Если, конечно, в этом замке все спаунеры как-нибудь умудримся сломать, то в замке будет очень даже уютно. Ты не на шульте, что ли? Нет. Молодец. Ай, это... вот тут надо аккуратно, так как не хочу я быть в тебе, тогда я ничего не увижу. Я так и думал, что ты спрыгнешь. Я сам хотел, потому что спрыгнуть. Ты чё? Стой. Всё. Без принта пока. Ну ладно. Погодь. Да, ну, по этой дорожке, да, она раз на безопасно, тут лучше ничего такого не вытворять. Там скелет. У меня стрел нет. Да? Да. Капец, ща я тебе дам. У тебя сколько? На, у меня почти 2 стака было. Я дом... У нас дом вообще полно вроде. Не? У нас там, да, у нас они там есть. Тут все диспаунились, так тут можно спокойно ходить. Да. Паук, я от него на спринте убегу, иначе он меня догонит. Так, все. Ты сзади для меня? Да. Угу. Жалко, тут нельзя нажать на колесико, чтобы посмотреть, кто сзади. Как гташки. Да. Что, а теперь время спринта. Да. Две стрелы такие прям мимо меня пролетели. Ой, и у меня справа две стрелы так пролетели. У меня тоже справа. Фух, промахнулся. О, он попал в крепера. Че это? Ой, там светло уже становится. Мне не нравится бежать вот так. Пауки. Так, все пока что норм. Все норм, вот все. Все. Все норм? Добрались. Я не могу только допрыгнуть. Ё-моё. Закрывай за нами все. Погодь. Че? Вот, я поел.
Так, вот это я все-таки закрою. Тебе не нравятся дырки? Да. Так, у меня много стрел, много кирок, много мечей, броня целая. Ну, в принципе, я вообще готов. Еще у меня есть супы, есть три жареные. Все норм. Так что. Сейчас надо просто сейчас туда про. Надо туда побежать. Скелет золотой. Ух ты, это я почему-то не ожидал. Тут мы, кстати, еще вроде не были. Тут сундучок, тут. Ух ты. Спокойся, отойди. Че? Я хлеб возьму весь, да? Ага. А эти розы всякие, это потому что у Вексера до того, когда зелье добавили в игру, он сам создал мод. Или не он, но кто-то. Короче, мод, который добавлял зелье до того, как они были в самой. То есть Векспер придумал зелье, что ли? Нет, я не знаю, Векс там сам сделал, или это другой какой-то мод. Но, короче, там такой мод был, который добавлял зелье до того, как они в самой были игре.